О, ребята, сделаем небольшой обзорчик телефона Redmi Note 10S. Вот, посмотрим, что это за посылочка интересная, что за новая марка смартфона. Сейчас распаковывает мой друг. Сейчас красные пятницы пошли, черные эти. Хорошая скидка, и вот такой телефон пришел. Вот такая вот красота у нас в начале. Вот такого интересного цвета белого. Почему белого? Потому что все разобрали, ребята. Реально. И вот такая вот красота. Вот такой телефончик. Ну, сейчас будем пробовать первое включение делать. Камеру можно поближе посмотреть. Такая мощная камера. Сейчас я наведу. Что тут написано? Ультра Redmi. Ультра премиум. Да, вот у меня Redmi 9 Pro, но камера тут чуть-чуть другая, помощнее, мне кажется, будет. Ну, посмотрим потом. Покумекали с другом, решили открыть, что там все-таки внутри может быть и чехол. Я думаю, ну, зарядка по любасу должна быть. Сейчас поглядим. Так, ага, вот, зарядочка такая, кстати, какая? Type-C или нет? Type-C, наверное. Сейчас поглядим. Так, вот. Кабелек. Ну, как я и говорил, да, хороший. Так, а там внутри еще что-то есть? Под коробочкой, может, ключики? Вот здесь что-то есть. А, там есть? Там-та-там, барабанная дробь. Чехолчик. Вау, чел, чехол не надо покупать, неважно. Прозрачный. Прикол, его сэкономили, класс. Смотрите, чехольчик какой классный. Как раз, во. Давай, супер. Примерим. Давайте. Так, раз, все в живом времени. Оп, оп. Твое лицо видно. Вот так, нормально. Ну вот, покрути его вокруг. Да, вот так. Ну, нормально, сытно. Легло. Да, вообще сытно. Все по дырочкам. А, кстати, у тебя тут нету ничего. Так как раз. А у меня такая штучка торчит. Ну, затычка. Затычка. Ну, нормально. О, гнезда, кстати. Давайте посмотрим сейчас. Иду. О, так тут классный звук будет. Это как и динамики или что это, микрофон. Потом тут во гнездо такое классное. А с другой стороны покажи, что там. Под наушники снизу немножко наверное, неудобно. Наверное, тут наверху. Ну, а что здесь? Еще один динамик. Тут, стереодинамики, что ли? Во, блин, тут два штуки. Или... Ну, сейчас включим, или, послушаем. Или моно двойной. Через какое-то время. Мне кажется, будет звук серьезный. Покумекали, посмотрели обложку, и тут уже все написано, основная информация. Вот камера, получается, 64 мегапикселя. Вот, дальше что там, 643, что это подсказывает? Дисплей, наверное. Да, дисплей AMOLED. Процессор вот такой, Helio G95. Ну быстрая и зарядка, да. 33 вольта. И 5000 ампер-часов. Нормально. В принципе, хороший телефончик. И сейчас он пришел только нам. Холодненький. Надо, чтобы он побыл немножко в помещении. И тогда его включим, на всякий случай. Не забываем ставить палец кверху. Ну вот, скрепочка тоже есть. Она, в принципе, во всех телефонах всегда есть. Но я просто показываю, что вот тут она находится. Мало ли кто будет искать, не будет знать. Ну, сейчас будем пробовать, ребятки, включать. Посмотрим, что у нас тут будет на экране вначале. Вот он пишет Redmi, Android. Делаем загрузку. Кстати, скоро будет новая прошивка. Называется она MUI, да? Или как? Ну, короче, во, MUI. 13-я. MIUI. Ну, короче, какой-то MIUI, MIUI. Вот, тут 12.5, скоро будет 13.0. Вот, выбираем русский язык. Ну и дальше поехали там. Что он там просит? Беларусь. Что дальше? Сейчас узнаем, что дальше. Тут все языки, так. А зачем ты это делаешь? Куда дальше нажать-то? Так назад? А там, ну, дальше галочка. Ну, вперед, русский, поставил. Что дальше? Ну, стрелочка вот сюда. Дальше назад. Опять. Дальше. Я согласен. О, еще раз. Пропустить.
Так, пропустить пока. Сервиса Google. А, тебе надо, кстати, присоединить Google аккаунт, да, да, там ни хрена не будет. Ладно. Мы на паузу ставим, тут секретная информация, потом дальше покажем. Ну вот, мы дальше продолжаем наш обзор, вот интерфейс внешний вот такой. Сейчас покажем, нам понравилась музыка тут, тут стереодинамики, вот, в начале там, вверху первой панели. О, сейчас покажу, вот здесь сейчас сфокусируется. И вот внизу тоже такой же динамик. О, даже котик там говорит, что супер звук. Сейчас мы что-нибудь включим, вам продемонстрируем. Ну, как правда, мой снимет не очень, но все равно в большем. Мой, конечно, похуже. Мобильный мой Redmi 9 Pro. Ну, вот так звук слушайте. Я помолчу, а вы чуть-чуть послушайте. Он с голосом, не? Ну, промотай чуть-чуть. Вот, ну сейчас дальше обзорчик еще сделаем, там, в принципе, что еще такого навороченного тут есть, вкратце. Вот, по поводу камеры забыли сказать, камера тут неплохая, тоже снимает в режиме, получается, в это, как его, вот, переключили на видео, есть 4К, 1080 на 60 FPS, ну и 30, как положено. Ну, в принципе, нормальный движок, все. 64 мегапикселя. Портретная съемка, простое фото. Ну, нормально. Бюджетный вариант телефона, который с большим потенциалом. Так что покупайте и не жалейте. Сделали мы небольшой обзорчик нашего телефона, так что не забываем ставить палец кверху. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока, до новых встреч, следите за новыми видео.